moldfutbol.com. Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Поражения не стыдно, это я говорю от себя, от Олега Валерьевича, мы с ним вместе работаем, вот, и действительно видно, у наших ребят очень большой потенциал, бегут, мы их хорошо подготовили, и просто не стыдно за такую игру, что они сегодня показали, да, немножко не хватило, там ошиблись мы, да, Андроник забил гол хороший, ошибка наших, конечно, защитничков, а так в целом игра по содержанию вообще великолепная. И на самом деле соперник сегодня очень хорошее впечатление произвел. Но по такой погоде, по этому времени года, задача у команды на данный момент брать 3 очка. Мы сегодня ее выполнили. Конечно, по игре много не получалось, но взяли 3 очка, будем готовиться к следующей игре. Не то, что я недоволен был его действиями в прошедшей игре. На данный момент и на сборах показал, что Бурдян очень хорошего уровня, а Шустер еще лучше. Поэтому я пошел сегодня. Я знал, что у академиков пару русских футболистов будет на стандартах. И поэтому выбрал его. Он более мобильнее, более опытнее. Поэтому и не прогадали с ним сегодня. Moldfutbol.com. Ultimele știri din fotbal în autohton. Pe primul site de fotbal din Moldova.